Конкурс «Звенящая копель» проводится по двум номинациям – вокал и хореография. Как правило, участники в каждой номинации соревнуются не один день, ведь желающих блеснуть талантами обычно бывает немало. Это творческие коллективы и сольные исполнители в возрасте от 5 лет до 21 года. Отрадно, что наш конкурс является отборочным туром для регионального фестиваля «Страна поющего соловья» и для республиканского фестиваля «Созвездие Юлдузлок». Одна из самых маленьких участниц конкурса – 6-летняя Глаша Калитинец. Очень любит петь. В этом году она также хочет начать обучение игре на пианино, а пока тренируется на игрушечном синтезаторе. Мне нравится, потому что я хочу стать пианистом. Джалина Нигматуллина участвует в конкурсе второй год. В будущем она хотела бы и дальше профессионально заниматься пением. Вместе с вокальной группой они спели песню «А ну-ка, девушки». Не первый год в конкурсе участвует и Арпине Манукян, среди кумиров, которые ее вдохновили на занятия пением, армянская певица Лилит Аванесян. Я решила пойти таким путем, потому что вокал – это очень красивое занятие и очень такое интересное занятие. И если у человека есть талант, то он обязательно захочет этим заняться. В феврале на свои творческие состязания выйдут танцоры. Радик Рахимов, Зарина Ахметова, Рафаэль Сафин. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».